Это позвали. Значит, Гарри здесь. Мой невидимый напарник на сокомментаторство — это Гарри Найтмар. Он просто сидит за стримерском, на стримерском месте. Правда, Гарри? Я здесь. Гарри. А, вот тут. Да, вот нас видно. А, сейчас. Можно, кстати, скинуть в чат Ютуба, не знаю, Твича, ссылку на саму сетку, чтобы люди следили. Или восклицательный знак брекетс там, или восклицательный знак сетка. Раньше так заработало, нет? Сейчас не будет. Ну, это лучше попросить кого-нибудь людей из чата, чтобы они могли как-то помочь с этим вопросом. Вот, да, вот монстр скидывал как раз эту сетку в Твиче. В Ютубе, ребят, тоже скиньте, кому не сложно. Буду очень признателен. Так, сейчас будет Флет против Мэтью. Это у нас, получается, будет матч Джонни Кейджа против Сайрекса? Или Флет возьмет Вряд ли у Флета заготовлено. Ну, если все плохо, то может он возьмет еще Тремора. Вот я просто тоже больше склоняюсь именно к Тремору. Что это будет, скорее всего, именно он. И ты это говоришь так именно из матчапа? Да, я, по крайней мере, то, что я знаю об этих двух персонажах. Тремору все-таки больше опций, что делать с прессингом Сайрекса, когда он, ну, может рандомную просто пилу пустить в воздух, которая комбится на фуллскрине. И то есть у Тремора может быть даже броня в этом случае, либо он может даже не подходить в упор при этом. То есть есть варианты, что делать. У Джонни Кейджа такого нет. Если он поймал это, он все. Он полетел дальше. И выбраться из прессинга сложно. С Джонни. Ну, а вот это, как сказать, это уже зависит от самих игроков. Здесь. Ну, больше уверен в своем персонаже. Более лоялен он к Джонни. Там еще проверка кнопок будет, наверное. Так. И их слабнуть. Да, я тут еще подрабатываю на самом стриме, все настраиваю. Так что, ребят, если что-то вдруг отвалится, это значит много я. Заработал уже. Ну, респект и уважение, я же зарабатываю его. Ну, в целом, да. Так что... Карму копишь. Карму, да. Как уж без нее-то. Что, звук вставил? Наушники вставил? А, звук в наушниках вставил. Ну, вроде работает. Звук есть в самой игре? Потому что так непонятно немного. Надо переключиться на самую игру посмотреть, потому что бойцы вставили наушники. Звука нет в игре. Ну, тогда, извините, ребят, получится так. Надеюсь, вы не сильно нас захейтите за это. После 6 часов слушания, как звучит Mortal Kombat, я не против небольшой тишины. Но другое дело, что в зал не идет звук. Хотя, потерпите. Нас слышно зато. Главное, что игрокам было бы удобно. Да. Все, бойцы готовы. Флет в лучших традициях проверяет оппонента через сразу использует метр на эту ножку, да. Так. И пошла первая комба, нужно довести до угла. Чуть-чуть дропнул над панч, ничего страшного. Делать грязные плюсы. Чарджевые удары. И пошла. Ну, смотрим. Можно считать секунды, на самом деле, сколько будет валяться в воздухе. Валяться в воздухе. Ладно, висеть в воздухе. Ну, можно там заварить чаек. Вот сетап. И пропускает. И еще одно продолжение. Оп, еще один сетап. Пропустит ли сейчас? Нет, приходится использовать метр для шадоу-кика. И пытается обратно вернуть в угол. Нет! Выбирает замечательный момент сейчас Мэтью Брайт, чтобы контратаковать. Ну, собственно, вот начинается потихоньку то, о чем я и говорил. Что мы в курсе, что звука игры нет, если что. Чуть меньше опций. Да, нам подсказывают, что звука нет. Мы такие, ну да, бывает. Что поделать? Не дотерпел Флет чуть-чуть, Мэтью решил. Такое случается, когда оба игрока включают наушники через геймпад. Ну, система не идеальна. Напрыжка, успешно блокирует. По чуть-чуть. И на полном, ну ладно, не на полном экране, но с половины экрана пролетает за метр эта пила. И довольно больно, на 31%. Чуть-чуть дропает, но ничего страшного. Опять-таки, вот оба бойца, в принципе, делают почти всю комбу, кроме Эндера, но... Возвращает в угол. Ничего страшного, да. Отлично. Вышел из угла Мэтью, и сейчас вот, да. Я так понимаю, он пытался бейтить, но прыгнул немного не туда.
И сразу же забирает первый матч. Идет сейчас на выбор персонажа. Неужели действительно посмотрим на Тремора? Сложно. Да, это Тремор. Кристаллический. С мощной грудью зеленого цвета. На самом деле интересный дизайн достаточно у персонажа. Дельфины. Дельфинчики. Вот. Интересный дизайн у персонажа, на самом деле, очень сама вот эта боевая система, то, что делает армор или вызывает интерактив, очень достаточно веселая штука. Можно творить вещи, а еще то, что ему оставили вот это вот cancel арморным сделали. Чуть-чуть не доделывает, отменяет прессинг, чтобы продолжить его с новой комбы, но не ведется Мэтти Брайт на такие вещи. Спустя 3 года тут уже нету ненаигранных матчапов, я думаю. Ко всему привыкших. Нет, все равно бывает, что бойцы долгое время не играют и забывают все матчапы, которые они и даже учили до этого. И ничего в этом страшного и зазорного нет. Ну, бывает. Зато бойцы быстрее адаптируются. Очень много настучало флэт в блок Мэтью. И в итоге посмотрите, какое количество метров сейчас есть у флэта и какое количество у Мэтью. Другое дело, что Мэтью не дает реализовать весь этот метр. Просто влезает во все, что только можно, где только можно влезть. Армор недолго действует, и последнюю полоску он тратит еще, но тоже на выстрел. Ой-ой-ой-ой. Абсолютно паритет. Опасно. И чем же? Бойцы боятся друг другу подойти и правильно делать, но вот флет делает таки ошибку. Как подкатить к Тремору? А я вот даже не знаю, как этот нормал выйдется. Вот так вот. Ой-ой-ой. Хороший рит. Ну, возможно, не рит, это даже инструмент просто передвижения по арене использовался, но заодно еще и имеет удар в воздухе. Сгоняет в угол оппонента, включает армор и начинается миксап-сити. Посмотрим, сколько угадает Мэтью. Угадал все, еще и влез. Теперь флету остается прям вот чуть-чуть, надо что-то придумать. Держать перестрелка его как в серии Injustice, который так много, многие не любят. Но здесь расстояние, между прочим, между персонажами на полном экране кажется немного все равно ближе, чем в Injustice возможные. Врывается в плюс, но опять-таки армор спасает. И вот он, причина брать именно Тремора. Сейчас полный метр у флета. И последний раунд. Возможно для флета. Матчпоинт для Мэтью. Но ничего страшного. Я верю, что флет еще покажет что-то интересное. В том же месте. Интересный баг. Еще один. Конферм, хотел я сказать, но как раз все-таки задропал он его. Буквально начал продолжение и остановился. Все, решает, что брейкер не нужен. Крутейший сетап от Сайрекса. Плюс. Вот в этот раз полез Мэтью. Нету метра на брейкер, но нету метра и на атаку у флета. Дропает F1, страшный камень, который иногда случайно получается. Ну, не знаю, сейчас в этот раз он зашел, случайно но или нет, буквально чуть-чуть надо было оставить на расстоянии одного броска, точнее, в уроне, если считать. Флет заметно начал нервничать, но 1-1. Напрыжка решил вопрос. Просто под конец он начал уже что-то такое жать. Сейчас зато появилась возможность, собственно, и у Мэтью взять контрпик какой-то к... Но Мэтью не играет на других чарах вроде как. Так что здесь все по-прежнему. Так. Никто не получает все еще первый метр. Достаточно долго. 15 секунд от начала матча. Ну вот, Мэтью забирает его так. Дай метр. Руку вытягивает. По чуть-чуть Сайрекс пытается остановить флета, чтобы он не нажимал кнопки лишний раз. Флет, в свою очередь, пытается то же самое сделать с Сайрексом, чтобы он перестал уже это делать. Так, миксап. Угадал, и армор вовремя закончился. Снова возвращает в угол. Снова длинные комбы. Нет, чуть-чуть покороче. И возможность резета. Нет, не реализует. Контратака от флета. Опять нейтраль. И вот, выбрался. Пока-бросок. В любом файтинге работает. Пользуйтесь на здоровье. Отменяет за метр прессинг, которого не так уж много. В этот раз ничего не отменяет, просто идет и пользует. Не хватает метра, не хватает стамины, чтобы отменить что-то. И опять пока захват. И чуть-чуть чипа просто, да, поехать. Ничем не мог спастись, не было метра на вставание. Без нет, вариантов. Ни армора, ничего. Матчпоинт снова для Мэтью. Флету надо вот именно такой
такой старт раунда, чтобы попытаться навязать свою игру. Попытался, по-моему, прожать армор, но что-то не вышло. Но благодаря этому он даже больше выиграл. Превратился в тибэк вместо армора. Так, загнал оппонента в угол. По чуть-чуть выбирается из него, опять задает метр, но ничего страшного. Так, прессинг, перепрыгивает. Снова Сайрекс влезает через D3. Пока-бросок, отмена. Плюсовый хайф. Еще один плюсовый прожектайл. Влезает просто во все, что только Ай, можно. Не успел за спину закинуть свои Флет ручки. Начинает сильно торопиться, но вот сейчас выйти на урон надо. Так. И просто чем-нибудь добить. Добить. Да. Ну, решает даже отпустить, по-моему, блок, чтобы лишний метр не получал флэт за это. Ну, тут матчпоинт для обоих игроков, но Мэтью уже получил преимущество. Ох, как далеко докатил все-таки свою железную попу. Так. Прессинг. Мэтью не влезает, пытается сделать D3. Реагирует на оверхед и опять докатился. По чуть-чуть снимает Мэтью. Полез в плюс, флэт этим пользуется. В то время как флэт отрывает куски сразу. Отлежался. Он видел, что каменный дождь сверху сейчас шлепнется ему на голову, но... Понял, что тут дело нечисто, надо бы полежать. Очень нечисто. Каменный дождь. Не угадывает оверхед. Это будет больно. Очень больно. Накопит ли он метр? Вот это главный вопрос. Для брейкера? Нет, именно накопит ли его... Второй раз за игру ловит этот ужасный сетап. По чуть-чуть теперь надо его как-то добить в чип. Последний шанс, в общем-то. Так. Нету никаких сейчас. Флет решает опять сделать сетап. Оверхед. Лоу. Плюс. Добить. Невероятно. Невероятный матч. Невероятный. Да. Но Мэтью его забирает в ожесточенном. Это очень классно получилось. До последнего раунда и на последних кропалях прям все разыгрывается.